Я уже доделал видеообзоры все и забыл про одни часы. Также отправил на себя часики, так как буду ехать 12 мая в Мюнхен на выставку. И здесь череп на базе Омеги. Впереди мы написали свой бренд, Мале. Так, мы являемся часовой мастерской, кастом-ателье, которое делает индивидуальные проекты по идее наших клиентов. Также мы делаем просто эксклюзивные какие-то модели часов в небольших сериях. Я бы даже сказал, я не сказал, что это в сериях, я бы сказал, единичные продукты делаем, вот. И, собственно говоря, основное наше направление это марьяж, то есть переделка карманных часов. Переделка карманных часов. Мы берем механизм от карманных часов, вставляем его в новый корпус и делаем новый циферблат и, собственно дело, гравируем мосты, там механизм и так далее. Вот и сейчас у меня в руках, собственно, такие часы и есть. Это бывший механизм Омега, ориентировочно 1920-х годов. Так, давайте я заведу. Пусть работает механизм. Это череп. Как вы можете видеть, такой вот интересный череп. Это полностью ручная гравировка. Циферблат выполнен из серебра или латуни. Кстати, не буду точно утверждать, может быть, латунь здесь сделана. В индивидуальных проектах мы точно везде используем серебро, но здесь, возможно, латунь. Значит, череп – это покрытие белый родий, есть чернение, патинирование. Вот видите, то есть такой получился объемный. Он для понимания. Это полностью ручная работа, это выполнено руками мастера, это не ЧПУ. Не что-либо подобное. Видите, камни все передние у нас здесь есть видны. Сигнальная стрелка бежит на 9 часов. Так, для детализации данных часов. Оцените данную работу от 1 до 10. Напишите в комментариях, как вам рука мастера в целом. Получился ли у него сделать объем. Вот так выглядит сам циферблат. Диаметр циферблата не помню, там в районе 9. Нет, тут, наверное, 1,2 мм где-то. Вот. Ну, то есть объем получилось создать. Омега. И сзади вот сам механизм. Это также полностью ручная работа. Он выглядел не так. То есть все черепа, все узоры, это все рука мастера. И черепа это покрытие родия. Тут, посмотри, даже на маленьком черепе получилось сделать объем. Посмотрите, какой он. То есть, как действительно череп получился. Там дальше уже идет мост. Вот. Но мастер так округлил мост и показал этот череп. Так, тут здесь есть номер механизма. Кто хочет, может проверить на год. 788-4140. Вот, а мы дальше будем рассматривать механизм. Интересное ухо в виде камня. Здесь вот кости. Омега. Оригинальные надписи мы все оставляем. 15 камней. Швейцария. Омега. Вот. Классные часики, красивые. Корпус а-ля Бреге. Диаметр корпуса 48 миллиметров, наверное. А нет, 45 миллиметров, достаточно компактные. Толщина корпуса 12 миллиметров. И вот тут на заводной головке также есть Омега. Вот такие часики есть в наличии, 45 миллиметров диаметр, толщина 12 миллиметров. Заводная головка полностью ручная работа, ручная скелетализация. Наш проект, наша идея. Сзади также полностью ручная работа. Механизм полностью обслужен, поставлен на боевой ход. Все узлы, все смазано, репассаж проведен полный. Вот, и данные часы есть в наличии. Их цена, сейчас мы посмотрим. Их цена 4 800 долларов. Вот. Кастом моделька такая вот получилась интересная. Также с данными часами вы получаете историческую выписку по поводу данного механизма, то есть где он был произведен, в каких годах и так далее и тому подобное. Вот. Ну и получаете такие часы, не масс-маркет, ручная работа.
Вот такая вот детализация. Напишите в комментариях, как вам в целом дизайн и как вам выполнение мастера от 1 до 10 баллов. То есть хороший мастер или же работа слабенькая. Как по мне, работа достаточно на высоком уровне выполнена. Самое прикольное вышло с вот этим черепом, который на мосту, который получается такой, аж заходит туда вглубь. То есть получается, как будто бы черепушка там полностью расположена. Интересно. Остальные вот здесь, этот череп уже не такой крупный. Вот, пишите в комментарии, данные часы в наличии, отправлены на меня, так как я поеду на выставку 12 мая в Мюнхен и буду показывать данные часы.